общем, люди, последние минуты жизни, по-моему, отводите ху**. Выстрел. Через секунду еще один. На мушке у вооруженного 15-летнего подростка, подъехавшая к дому полицейская машина. В ней несколько сотрудников, которые едва успевают выпрыгнуть и добраться до укрытия. Происходящее на камеру снимает его подруга-ровесница. А вот их арсенал, сейф с оружием и боеприпасами. Каждый свой шаг молодые люди выкладывают в социальные сети и даже советуются с пользователями, как им дальше себя вести. В общем, сейчас звонили из полиции, точнее, мама Дениса. Просят, чтобы мы вышли. А выходить так не хочется, потому что будет полный трэш. Что же делать? Дом, где забаррикадировались подростки, окружают машины СОБРа. Район перекрывает полиция. С юными преступниками ведут переговоры. Их родители и представители спецназа, влюбленной паре, предлагают сдаться властям, но настрой у школьников, очевидно, один – уйти из жизни. Прощайте все, и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни. Пожалуйста, не бойтесь жить так, как хотите или считаете нужным. Жизнь в свое удовольствие – это наилучшая жизнь. Люблю вас. Каждому пункту этой записки подростки стараются следовать неукоснительно, несмотря на десятки комментариев от друзей и призывы полиции. Последняя трансляция. И камеру не переключай только. Страшно. Эту трансляцию в интернете подростки так и называют. Последняя, она резко обрывается. Прибывшим на место сотрудникам Следственного комитета удалось проникнуть в дом. Там они обнаружили два тела с огнестрельными ранениями. Не исключено, что у подростка просто не выдержали нервы. Он свел счеты со своей подругой, после чего покончил жизнь самоубийством. Сейчас у дома продолжают работать сотрудники полиции. Денис Сидоненков, телеканал «Звезда».